Я всех приветствую на своем канале Уньфам и с вами Лена. В прошлый раз я обещала сделать вам рум-тур нашего отеля в Нанси, который называется Отель де Сонвиль. Отель непростой, так как он является ярким представителем стиля Ренессанс и является историческим зданием Франции. Здание было построено в 1543 году. На данный момент мы сейчас с вами находимся в маленьком салоне, Le Petit Salon, где можно выпить чашечку чая или кофе, или просто посидеть и миловаться таким красивым видом. Сейчас мы находимся с вами на лестничной площадке. Хочу вам, конечно же, показать все, как выглядит внутри. Комнат совсем мало. Вот, например, на нашем этаже, и, по-моему, только два этажа, и на каждом там по 2-3 комнаты. Еще в стиле Ренессанс, то есть он действительно очень старинный. Комната красивая, все сделано вот в старину, с такими вот прекрасными просто статуэтками. Само зеркало, как вы видите, очень большое и старинное. Высокие потолки. Там вот наверху совсем такие вот кошечки. Еще одно зеркало. Вот. Ну, телевизор, понятное дело, здесь, чтобы можно было вешать одежду. Для сумки вот такая вот кровать. Все довольно красиво, уютно, небольшой номер, ну как, хотя нормальный, да, все-таки. Вот, там мой муж, в общем-то, там шкаф, куда можно повесить вещи, все присутствует. Вот так вот все это выглядит, стулья, вид из окна, вот такой вот вид из окна. Отель довольно знаменитый, потому что очень много людей здесь останавливаются и фотографируют. Самое забавное, что здесь даже есть такой вот лист, здесь очень много имен. Понятное дело, что здесь имена всевозможных знаменитостей Франции, всевозможных актеров, ну и, конечно же сам Николя Саркози. Довольно забавно, потому что внизу даже написано «И вы», то есть, что вы уже совсем себя почувствовали такой некой звездой. В общем-то, забавная идея. Вот, ну, здесь еще чайничек, в общем-то, кофе, чай, мадлен. А вот и сама ванная комната, как видите, просто, ну, очень толстые стены, видно, что это старинное здание. Ну, понятное дело, что все очень чистенько, приятно, красиво. Ну и смотрите следующее видео о советах, что же стоит привозить из Нанси. Мое коротенькое видео подходит к концу. Большое вам спасибо за внимание. Кто еще не смотрел видео о Нанси, я оставлю ссылку на мой блог, где вы сможете посмотреть обе части. Также, кто не смотрел видео о Месс, я оставлю также ссылку на видео. И говорю вам большое спасибо за внимание и до следующих встреч. Всем пока!